Здравствуйте, дорогие друзья, это «Момент истины», я Стас Симонов, и у нас в редакции Евгений Гнеушев, главный редактор «Момента истины». Евгений, вот эта история с судьей Конрад, известная, скандальная история. Огромное количество денег фигурирует в этом деле, какие-то пытки электрическим током. Ну и вообще, дело судьи Конрад, на каком этапе сейчас это все находится? Очень непростое, и да, там замешаны большие деньги, большие люди. Мы, даже звучало... Фамилия Новикова, это председатель арбитражного суда города Москвы, начальник судьи Конрад, Елена Конрад, Елена Николаевна Конрад когда-то. Чтобы понять эту ситуацию, давайте просто вот посмотрим это интервью. Вот сейчас мы записали интервью с Еленой Николаевной Конрад, это судья, которую обвиняют в том, что она была посредником в передаче взятки. И пытаемся осознать, что происходит. Что происходит у нас в стране? Неужели вы думаете, что на ваш беспредел не найдется управа? Он мне показывал... Тихо, значит, ну что здесь слушает, я должна молчать. И картина-то совсем другая рисуется. Вот эти вот 25 миллиардов. На мой взгляд, все очень просто. 25 миллиардов – это тот ключ, который откроет вот любую дверь. Знаете, как вы помните, самую неприступную крепость откроет ишак, нагруженный золотом. Признавать сделки, не признавать недействительны, принимать решения в пользу офшоров. И чтобы 25 миллиардов осталось там. Чтобы 25 миллиардов осталось там. Не в России. Да. Вот эта компания 25 миллиардов. Вот она. ИК, да. РЕ, Порта. 2014-2016 год, банкротства. Оно не находится в материалах проверки, хотя он заявляет о том, что его били, пытали электрическим током, ужас, душили. Вот общее впечатление. Вот вы как юрист, потому что очень много сегодня звучало таких юридических терминов. Скажем так, я не люблю слово беспредельное, абсолютно необычное дело с абсолютно сумасшедшими космическими цифрами, вот фамилиями. И по большому счету те события, которые описаны, вот честно, я думал, мог быть только в книжке. То есть вы прям вот уверены, что если это дело вашего сына, вот прям к Бастрыкину положат, и он его посмотрит? Я уверена в этом. Или же генеральный прокурор. Они, конечно, увидят объективную картину, которая есть. Смотрите в ближайшее время интервью с Еленой Николаевной Конрад. Мы покажем все экспертизы, расскажем, про что в этой жалобе написано. Тут много чего интересного, что не может не остаться незамеченным, по нашему мнению, соответствующими органами. Вы все услышите из первых уст, что происходит. И то, что вы читали об этом деле в СМИ, вы поймете, что это только маленькая часть большой и очень неоднозначной картины, которую мы постараемся вам обрисовать, насколько это возможно. Когда такое происходит с судьями в России, то ты думаешь, а что, на что надеяться тогда нам, обыкновенным людям? До свидания. Ну так что, Евгений, что происходит сейчас с этой замечательной дамой? На данном этапе она находится в СИЗО. Уголовное дело возбудили... Соответственно, ее мера пресечения – это заключение под стражу. В отношении сына идет судебное заседание сейчас, то есть судебный процесс. Сколько он будет идти, неизвестно. Мы следим за этой ситуацией. Нам тоже интересно, какой все-таки будет приговор, потому что у него статья тяжелая. Это и подготовка, и организация убийства, и подготовка убийств. Ну, там, в общем, целый букет. Хотя, как вот видно было с фильма, фактуры как таковой, ну, то есть свидетельские показания, то есть никакого ни орудия. Орудие, да, есть, но это все очень такое. Его нашли там спустя 8 месяцев, ну, как вот видели наши зрители, спустя 8 месяцев нашли водолазы с первого раза, нашли в озере. Нырнули, и раз, вот такой вот уже ножичек лежит. А там лежит, да. Да, очень, да, все удачно очень нырнули. Странновато, да. Странновато. Там просто последовательность событий очень странная сама по себе. И ну, что понятно, же, что там какие-то интересанты есть. Мы будем следить за делом Конрад. Друзья, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, пишите в наших комментариях. Евгений Гнеушев, главный редактор «Момента истины», и я, журналист Стас Симонов. Спасибо.